Витя, кто ты такой? Витя, где ты такой красивый? Мы привезли вам еду. Ой, ты все маленький. Кушайте, давай еще. Мы всех накормим, всех накормим. Все баки. Боже, сейчас мы... Кушайте, кушайте. Смотри, вот щеночек маленький. А вот еще мой маленький щеночек. Давай еще. Ничего себе. Рыбку, конечно. Ж. Женщины пришли с работы и готовят есть на завтра. На завтра. Сегодня мы не едим. Да, у нас на завтра будет мясо. Аечка будет мариновать вкусненько, да? Да. Мужчины, дарите девушкам цветы. Это так приятно приходить домой и видеть такую красоту. Блин, я себя снимаю, и только сейчас заметила, что у меня так блестит кожа. А это я не тебе, это я сторис. Это я просто намазалась маслом кокосовым, чтобы тело увлажнить. Сейчас две мячи маски делать. Ай, ну хватит плакать. Ну уехал Давид, ну что ты плачешь-то? Ну что? Ну так бывает. Люди уезжают, я понимаю, что привыкаем. Я нашла фильтр, который можно накладывать, когда у тебя нет макияжа. Какой? Иди сюда. А нет фильтра, который надо накладывать, нет, когда ты толстая, нет? Нет. Ну это ужасный фильтр. Какой?